знаете, как это, ожерелье с куримочкой. Ну ладно, мы продолжаем играть в Skyrim. Да, да, продолжаем. Легендарная сложность, все дела. Все отлично, все пупер, супер-пупер. И сегодня мы должны стать Таном. Таном этого города. Мы просто обязаны этому городу. Угу. Потому что это вернее, он его обязан, но все. Мы должны выполнить два задания всего. И мы сможем построить свой дом. Это будет офигенно, супер-пупер-дупер. Так, ты не хочешь говорить? Я отвечаю за лесопил. Ага. А до остального мне дела нет. Дров. Вот и все. Понятно? Дров. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Хорошо. Морфел — неспокойное место. И мой долг — поддерживать тут порядок. Спасибо тебе за мое спасение. Я был полностью во власти звучал. Все, чего я хочу, это спокойно работать и спокойно отдыхать. И моей женой. Ладно. Что-то никакого задания нет. Город без задания вообще. А так, тебя, ты меня побьешь просто. Как сучку. Давай, батя, в здании. Так, Гигер. Который орк. Не поддавайся унынию, страшит. Я бард из коллегии бардов Солитьюда. Таким скитальцам, как ты, предложить мне особо о нечего. Том, чтобы вступить в нее. Говорят про мальчишку из Винхельма, Авентуса Аретина. Не поверишь, он пытается связаться с темным братством. Вот дурачок. Тебе доводилось бывать в святилище Азуры? Говорят, его построили темные эльфы. Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может переделать твое лицо, полностью изменить твой облик. Ты в это веришь? Какое вяло. Дела просто стоят. В Морфол никто особенно не ходил, даже до войны. А уж теперь, скажем так, парадной дверью пользуются очень редко. Лурбуком? Вообразил себя бардом. Он платит, и я его не гоню. Будь у меня много посетителей, я бы волновалась, что он их распугает. А так, взгляни по сторонам. Ладно. Это все, я думал, здание какое-то в Морфеле. Это ж не Морфель, не из Морфела здание. Вообще ни одно. Так, заценим дома еще хижину этого братана. Блин, что вообще заданий нет у вас? О, заходи. Надеюсь, у меня здесь есть то, что... Если тебе нужны алхимические... Погляди. Так... О, я буду продать их. Ладно, продали их хоть. Драконью кость. Извини, она мне нужна. Ага. Нет, нет. То есть иногда да, но вопрос не в этом. Просто временами мне бывает нечем заняться, и тогда я пробую всякое. Обычно ничего не выходит, но я пытаюсь. А потом не успеешь опомниться, а запасы закончились. Ладно. Так. Папа говорит, чтобы я больше не ждал. Но почему? Ведь мама когда-нибудь вернется. Да, да, вернется, конечно, братан. Напомнил одного чела, но это не важно. Боги, неужто правда? На Вайтран напал дракон. Как нам обычно справиться с таким сознанием? Тут. Алва. Чего вы еще все не проснулись?
все такие закрытые. Какого мне здания брать? Вау, что ли? Что за жесть? Реально людей нет. Хо-хоп. Это там вообще, да, я знаю, где это. Это в этом. Виндхельме. Откуда это вообще знает? Что в Виндхельме происходит? Временами я теряюсь. Не понимаю. Говорят, толком. Стража Рассвета да, возрождается. Я не здесь. Это охотники до вампиров или что-то такое. Если у тебя какое-то дело к ярлу. В Морфоле нет домов на продажу. Но если тебе интересно, могу предложить землю. О. Отлично. Мы рады, что ты будешь владеть землей в Хелмарке. Вот документ, подтверждающий право собственности. Если не боишься промочить ноги, ступай по дороге земля на побережье, через дельту реки Карт. Если смотреть от Солитьюда. Великолепный вид, кстати. Прикупился себе. О, байка. Все, теперь идите в жопу, я помогу вам когда-нибудь в следующие разы. Я смог, мазафака. Аж не верится. От заброшенной хижины, хорошо. Это просто жесть. Просто мерзость. Прокачаем там как раз это кузнечное дело 100%. Потому что там нахера надо бы что делать. Ёба. Наконец-то. Фака, наконец-то. Хопа. Скрытности аккуратненько. Поместье Уинстер. Опа, неплохо. Спасибо, я знаю. Так, нужно добрать из сундука камня, глины, всяких слитков. Тогда не удивляйтесь. О, гвозди нужны. Это железо, так. Так, строительный материал. Так. Потом железная фарнитура нужна. Замок. Петля. Все это нужно. Вот рыбный питомник. Вот это я понимаю. Так. Оп, оп. Так, подождите. Думаю, нам пока не подаются всякие карьерные камни. Нахер надо. Так, глина. И где карьерный камень. Оп, все. Так, вот там где-то питомник, вот он. Ну чё, рыбки? Мясо устрицы. Я могу. Хорошо. Все, я добавил мясо устрицы, проверю потом, когда вернемся, что с ним будет.
Неплохо. Даже мясо устрицы. Ладно. Что за задание началось? А, купить лес. И где? Нихера себе. Спасибо, де. Нихера себе там лес купить. Чуть далековато, простите. О, сундучок. Но... Мешок. Один карьер до камень. Бог. Вот это я понимаю. Ну да, вообще-то можно именно не в той покупать, а в любой лесопилке можно покупать. Почему именно там задание? То потом выполним куда-нибудь. Так, сейчас, короче, зараз перейдем бревна и погнали. Сейчас обустроим эту всю комнату, и нам пока хватит на первое время этого говна. В принципе, нам бы и одного сундука хватило, но я хочу все красиво делать, все качественно. Сейчас садовочки такого лесопилока. Вон там можно покупать. Чё они там обманывают человека? Скорее, бродина лордов, ага. Накачатых сексуальных парней. Помедленнее, пожалуйста, пожалуйста, помедленнее. А, грузись помедленнее. Чё так быстро? Ой. Ты видел чувака, как он стрелил Сил 2, просто в телефоне все это посидел. Я его стрелял человеку 80. Ну почти 90, я вообще охренел. Это было так обидно. Просто сидит такой в телефоне. Иногда что-то такое, ага, ну там англичанин, он что-то такое, там Зиг Хайль, там все дела. Оп. Так я в прошлый раз тоже тут стрелялся. У меня даже есть же документальный фильм. Чего тебе О. надо? Во время работы. Сколько? За такую цену? Сколько? За такую цену? Само сколько? Yes. Нет, я так не думаю. Ну и пошел ты. Так 40 бревен, я думаю, будет достаточно. Нет, я так не думаю. Лес не дает мне заготовить. Может, а поменьше за 100 голды дал бы мне. Может, установить даже двух детей. Все будет. В будущем. Можно пока заготовки дома построить. Что у нас будет? Так. И то это пофиг. Так через 100 раз главный зал. Так. Разное, так. Распередай, приду.
2 карьерных камня. 3 карьерных камня нам нужно, хорошо, сейчас возьмем. Так, 3 троечку, пожалуйста. Спасибо, официант. Так, давай-ка я заберу. Что у нас тут? Ага. Вот так-то лучше. Все. Сейчас обустроим. Тумбочка. Почки. Кому-то железная фурнитура. Нет. 4 полоски кожи. Так. Голова, полка. Стекло. Это потом. Допустим, тут у нас будет шратва вся. Это, кстати, не престижно, не престижно. В тумбочке такое себе. О, в кошельке еда. Ладно, в этой тумбочке у нас будет еда. В этой тумбочке. Хотя не-не-не. Это потом. Тут у нас будет всякое барахло. Типа драконьих костей и прочего говна. 2 мамонта нужно дать, как шкуры, драконьи кости, так вот одежды, кожи, в принципе можно и руды все, слитки тоже нахер, драгоценности, они нам понадобятся там для всякого говна. Для поиска кожи, но они особо много не весят, рубины, светильники, факелы, его шкуры. Такого головного убора, просто будет одежда. Нормально. Пойдет, пойдет. Все, все хорошо. Теперь можем отправляться на здание. Погнали на здание. Именно туда мы идем. Да. К седобороду. К нашему любимому сексуальному бородатому парню. Седобородый рульт. Вот что я могу сказать. Так. Куда там нам нужно? Ай, Вайстер. Хороший. С Хельгена. Шаград, эдрический принц безумия. О, да, я знаю. Он красивый парень. Непредсказуемый может как помощи помешать. Это значит, парень. Сохраняемся и обходим. Оп. Ваша кровь гидратация. Все. Теперь, ага. Теперь мне лучше не бегать. Талант слуга вампира, ага. Спать людей. Или мне туда нужно идти? А, так не туда нужно идти, нормально. Что-то говорят. Но я вампиром стал. А, это херово очень, очень херово. Особенно на легендарке. Вампиром быть на легендарке. Ууу, сейчас будет в 2016-м, наверное. Это вампиром быть на легендарке. Да. Так, ползком. Реально херово. Такие наручи фиговые.
не восстанавливается. А почему? Потому что я вампир. Поэтому давайте тратим все. Или восстанавливается? Мне показалось. Это, не, бред какой-то. Можно это пища. Где этот? По здоровью мне нужно это. Во. Нихера не заметно что-то. Ну, что поделать. Ага. Так. Братья Бури, дайте мне узнать о вас. О вашем лагере. Сейчас обойдем к вам, мы к вам зайдем, Костя. Так, почему пища не устанавливает? Спасибо, вещь. Где мне нужно выносить? Нордский мед мне нужен. У меня замедлен, а у меня вообще его нет, поэтому... Нормально. Ладно, пофиг. Напились на русском меду, пошли дальше. Что это такое? Одинокая скала. Как горбатая гора, только одинокая скала. Хорошо, я понял. Так, это этой деревне мы дадим сегодня или нет? Хе-хе. Так. Угу. Что-то еще там по пути, на горизонте, так сказать. Какая-то непонятная тема. Клинок, который просто убивает всех. Все. Изучили, ничего дальше не знаю, уходим. Это наше главное задание изучать. Потом, может быть, когда-нибудь или никогда. Мы зачистим. Главное изучить. Это главное в Скайриме правило, помните. Я уже забираюсь на высоких хродках, походу. Так. Походу, Малёха меня не туда потянуло. Так. Вряд ли враги будут, я думаю. Хотя, хер поймет, Скайрим. Ладно. Не туда, нас немного занесло сюда, давай. Чуть немного не туда, это плохо. Так, нужно быть как красивеньким, хорошеньким, идти куда надо. Во, дорожка нарисовалась, а. Угу. Опа. Все, как раз братья Бури, да, заглянем. Братья Бури. Или не заглянем. Не заглянем. Это все мифы, так. Во, Мора Типинелла. Любимая, ем в реальной жизни каждый день. Угу.
Блин, идти так долго-то на карачках. Может, побыстрее так будет? Или нет? Ну да, чуть побыстрее. Понятно, чуть побыстрее должно быть по-любому. Просто я не хочу потом какого-то врага заметить, который меня за секунду убьет. О, мы пришли на дорогу. Наконец-то. Так, нам же нужно деревню, да, значит по дорожке все хорошо. По дороге лететь идем на. Хлеб, я что-то подождем, на. Так, о, сейчас заглянем. Окрит, лагерь братьев Бури. Здорово. Если знаешь кого-то из истинных сыновей дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Витхель. Я вот вас чуть подновляю. Говорят, стражи рассвета возрождаются. А. Охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтона. Может, и мне стоит к ним выйти? Так, хорошо. Это потеря к братьям Буру или к имперцам. Можно буду поспрашивать у них, типа, кто за что выступает, все дела. И решить. Так. Ну, нормально ему ходить, да так, в кожаной броньке. Так, я, блин, на улице хожу, вообще умираю от холода. Это явно не в кожаном. Он в кожанке ходит, понимаете, вот в Скайриме, вот. Настоящие мужики. Закаленные. Жизнью там. Это у них сражение постоянно, я вообще не знаю. В реальной жизни. Просто, но он же сверхчеловек, он же реально Довокин, поэтому все нормально. Так что можно все объяснить. Сверхразум. Угу. Сейчас только 9 утра. А, нормальный парень. Охотник, да? Кому от этого плохо? Ярл же не мод. Погляди. Усоль. Ну все, давай, пока. Славного денька. Давай. Боевай, братан. Сейчас бы дракончиком нападать. В 2016-м. Когда вот ты на легендарке. Идем дальше. Давай, братан, попробуем тебя замочить, а? Это будет моя самая большая ошибка в жизни. Че он там делает? Давай-ка. Скрытность здесь. Вот, понятно, все понижено, потому что я вампир поганый. Еще одну ручку можно прокачать, потому что у меня кинжал. Тоже прячешься. Ладно, да, пока, братан. Я думаю, мы обойдемся без души дракона. Жизнь важнее все-таки. Там очись, с кем хочешь. С кем хочешь, чтобы там очись, потому что это, ну, жопа. Ну, нахер. Снежные леса. Понимаешь, снежные леса, ну... Жизнь жестока. Кто-то, понимаешь, охотник, а кто-то добыча. И так получилось, что ты оказалась добычей в этой жизни. А история, да-да-да. Так, коза, мне нужны рога.
она еще не тут. Коза не сдохла, прикиньте. Ага, это я еще не получил на уровень за драконом. Это вообще зашквар. Сейчас, когда я поздно сохранился. А, не-не-не, все. Все получено, да, все получено. Подбежим. Опа, сохранимся. Че два врага? А, во, молодцы, волки, давайте. Чтоб не убежали, во. Братаны лучшие, давайте. На карачках дальше идем. Дальше ползком. Так. Ну, конечно, не получили мы рога. Это херово, но... Понимаете, не все, в жизни бывает неудачи. Не надо расстраиваться. Все бывает. Так, что тут в хижине? Давайте обследуем. Хижина алхимия. О, так тут же должно быть дофига ингредиентов. Вред королей. Интересно. А, вред королей это вроде из обливания. Вред королей... Железный рукоправ, чуть там реально. Слишком интересно, так. Зелье купца. Так, ага. Жертва. Соль. Чаще всего пыль, но почти. Лютый гриб. Просто лютый. Дневник алхимика. Приехать сюда было блестящей идеей. Местная. Флора обладает множеством полезных свойств, которые я смогу применить для своих новых настоек. В плодородной почве черенки, которые мне удалось собрать, дали корни. Отлично растут и плодоносят. Сегодня после обеда я планирую отправиться за грибами, поскольку мои запасы начинают истощаться. Пару слов о личном. Я решил перенести лабораторию на открытый воздух. После обеденная свежесть благотворно влияет на мое самочувствие и располагает к работе. Окей. Рад и мох. Золото там. Так, ой, братан, ограбили тебя. Вообще яйцо забрали. Извини. Так. Сейчас попробуем на вкус всякое. И попробуем создать дерево. Урон здоровью. Белянка, лаванда. Опа. Лиловый горноцвет, морозный мухмор. Опа. Оп. Паучье яйцо. Пороховый пир, снежные ягоды. Пороховый пир. Возлокрыса. Чеснок.
О, закрылся ягода можжевельника. О, ядовитый колокольчик. Ядовитый колокольчик. Снежные ягоды прохампира. Прохампира мухомор... Не удалось. Прохампира весь улетел. Опа. Ладно, в жопу. Давайте. Пофиг. Чуть посадовали. Погнали дальше. Дальше на карачке. Оп, оп, оп. В принципе, можно было поспать допоздна, но нет. Знаешь, можно, но нужно ли мне это? Ну так, знаете. Блин, братан. Братан, как? Ты не особо убегаешь. Нехило, нехило. Молодец, медведь, беги за ней. За ней давай. Бей ее. Нихера там пати убили олень. Подобрал. Пофиг. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Медовая пещера. О, знакомо, мне знакомо. Беги, мазафака. Снайпер, понял. Видели, какой снайпер? Так, я добываю еду, я добытчик. Ой, братан. Я тоже добытчики вижу. Так, оленья шкура. Я думал, врага. Даш. Ап, я думал обмануть тебя. Ну, ты сильный парень, сильный. Ничего не сказать. Реально сильный парень, блин, меня просто отымел. Так, аккуратненько, аккуратненько ползем, я понял. Просто мы невидимые тараканы, мы ползем. Я уже обосрался. Все равно здесь. Это кажется. Так. Простите меня, конечно. Но как мне пройти? Сер. Можно пройти, пожалуйста? Бомбить начал, типа, а че ты идешь сюда? Полегче, полегче. Я, ты мне не нужен, понимаешь? Мне нужен только деревенька-то. Все, я дойду до деревеньки, и все будет хорошо, понимаешь? Масленьким будет. Большой силы. Ты именно такой, да. Это запрямился. Сохраняемся. Ну ладно, потом когда-нибудь откроем на пещеру или нет, ну не потом. Если мы ее откроем. Хочется открыть. Хочется, хочется. Оп-чуп-чуп. Аккуратненько съехали. Скатились. Так, во.
матерись и прыгаем. Оп, не знаю, как мы можем убегать. Прыгай, мазафака, прыгай. В этот раз тебя убивать не буду, братан. Живи. Такую глину добыть можно. Айвар. Что-то там. Сложно. Не, ну сейчас убежали нормально, мы открыли пещеру, убежали, все отлично сработало. Хорошо сыграно, как говорится. Так. Вот тут можно поговорить с чуваком, он нам квест там даст, очень красавчик. Опять идешь на 7000 шагов, Климат? Ага. Не сегодня. Не готов я пока лезть. Привет, друг мой. Чем я могу тебе помочь в эту... Часто думал, как это странно. Вершину горы над монастырем всегда закрывают тяжелые облака. Не знаю точно, что там наверху, но седобородам-то это наверняка известно. Много лет назад мой отец преподал мне важный урок. Он сказал: «Квелин, перед тобой лежит весь мир. Иди и исследуй его. Будь тем, кем хочешь быть». Я последовал его совету, и вот он я. Может, тебе такая жизнь покажется не бог весть чем, но я доволен. А разве это не главное? Главное, братан, лучше победить по жизни, понимаете? Идешь на высокий Хродгар, в основном это еда, сушеная рыба, солонина, ну знаешь, то, что долго не портится. Седобороды-то сами особо никуда не ходят, ну ты понимаешь. Но у нас с ними вроде как уговор, я хочу сказать, как-то неправильно требовать с них денег за такую малость. Только вот беда, ноги у меня уже не те, что в молодости. 7000 ступенек мне тяжело даются. Я бы делал себе. Правда? Да. Это было бы очень благородно. Вот тебе мешок припасов. Поднимешься по ступеням и увидишь сундук для подношений. Кинь мешок туда, и все готово. Без проблем. Честно, я не уверен. Меня еще ни разу не пустили в монастырь. Может, когда-нибудь. А че? Именно то, что я думаю. Полный. Опа. Давай, братан. Не сыпь, братан, все хорошо. Это просто... Просто как бывает. Так. Стоять. О. Что за бред? Ооо, чего не понимает, куда идти? Чего не были за бред? Давай. Это что у меня нет этой выносливости, да? Опа. Все, давай, пока. Не знаю, что братан не бежал. Просто захотелось смерти. Ему захотелось смерти, да. Бедный медведь, безысходность. Я это... Возьму твою шкуру. В памяти тебе. И орчи стрелы тоже. Нихера ты убил охотника. Ублюдок. Так. Так, вот так возьму. Ага, так он убил твоих охотников. Эль. Даже два охотника против тебя не справились. Ну, блин, понятно, ты сильный парень довольно-таки. Говорю это без сарказма. Очень накачанный и сильный. Так, уже надо заканчивать серию, я думаю. Потому что следующая серия будет называться «Высокий Хродгар». Всем пока. С вами был Игорюка. Да. Так, напоминаю, играли мы на легендарном, да. В общем,
Это да. Так вот, сохранение. Все, всем пока. С вами был Игорь Рубко. Удачи в жизни.